Добрый вечер. Я заранее прошу прощения за мои вокальные данные сегодня. Они не в лучшем виде. Вот. Буду признателен, если вы меня поддержите своими репликами, чтобы монолог превратился в диалог. Мне это сильно поможет. Дим, слегка, только если можно, опусти, пожалуйста, чуть-чуть камеру, чтобы не обрезалось лицо. Сейчас. И, да, и второе, может быть, теплую воду. Мы сейчас все с этими, с горлами. Стакан теплой воды попроси, чтобы они принесли это. У меня вообще. При себе. Да, слегка. Все при себе. Значит, мы сегодня поговорим о фигуре человека, в честь которого установлен в еврейской традиции пост. Гедалия сын Ахикама. Фигура достаточно загадочная. Он происходит из семьи Шафанидов. Семья, которая была, с одной стороны, явно вовлечена в реформу царя Йошияу, то, что явствует с книги царей, а с другой стороны, отец вот этого Гедалии, судя по всему, был человеком, близким пророку Ирмияу, потому что, по крайней мере, опять же, все с некоторым, как говорят на иврите, Бейраон Мугбаль, значит, в одном из рассказов о пророке Ирмияу, в 26 главе одноименной книги, рассказывается, что вот этот самый Ахикам бен Шафан спас Ирмияу от смерти. Да, он его, там описывается суд над пророком, и в последней фразе говорится Ахикам бен Шафан. Теперь Судя по всему, вот Гедалия, сына Ахикама, по крайней мере, мы можем это предположить, с некоторой долей вероятности, является его сыном. И вот именно этот человек удостоился того, что в честь него установлен пост третьего тишея, и мы сейчас смотрим, почему, собственно говоря, с чем это связано и в какой мере исторические реалии вокруг этого события, в той степени, в какой мы можем их как-то восстановить, значит, поддерживают идею такого поста. Значит, о Гедалии, сыне Ахикама, у нас есть два источника, и, кроме того, была найдена була на территории Иудеи, интересующего нас времени, где было написано Гедалия Ашер Аль-Габайт. Тот ли это Гедалия, мы не знаем. Да, Гедалия Ашер Аль-Габайт, это значит, как бы, начальник над домом, обычно царским двором. Действительно ли Гедалия занимал какую-то высокую должность при Циткияу, мы не знаем. Два основных источника, которые рассказывают, это книга царей, очень кратко, и книга Ирмияу, гораздо более пространно. Значит, книга царей, все, что в ней говорится, звучит следующим образом. И было, значит, сейчас, секунду, да, это последняя глава, 25, 22 стих. Царь Вавилона назначил Гедалию сына Ахикама, сына Шафама, над землей Иудеи. И все солдаты и народ услышали об этом и пришли к Гедалии в город Мицпа. Да, город недалеко от Иерусалима, к северу от Иерусалима, такой, как бы,
незначительный небольшой город. А дальше говорится так, что среди этих людей был некто Ишмаэль сын Натании, бен Натания, и еще целый ряд деятелей. Гидалия призвал их, сказано, не бояться вавилонян, а пытаться восстанавливать землю, а жить в земле, в стране, в земле, служить царю Вавилонскому, и вам будет хорошо. И было, как говорится здесь, на седьмой месяц пришел Ишмаэль бен Натания, вот тот самый Ишмаэль бен Натания, который здесь упоминался, из тех, кто присоединился к Гидалии. И тут сказано, что он из царского рода, а также 10 человек вместе с ним, и убили Гидалию, и умер. И также и иудеев, и вавилонян, которые были в Мицпе. И встали, встал весь народ от мала до велика, и отправились в Египет, ибо боялись наказания от Вавилона. Это то, что рассказывается в книге царей. А, значит, мы на самом деле не знаем, первый вопрос, который возникает, сколько времени на самом деле прошло с момента разрушения храма до момента описываемых событий? Седьмой месяц какого года? Того самого, 586-го. Тогда Гидалия успел в своей должности побыть всего лишь несколько месяцев. Но, может быть, это через год или через несколько лет? На этот вопрос у нас нет ответа. Теперь второй вопрос, который возникает, исходя из того, что мы читаем в книге царей. Почему один из тех, кто присоединился к Гидалии, его решает убрать? Что это за борьба за власть? Если это борьба за власть, то в результате он ничего не добивается, потому что народ бежит в Египет. И третий, может быть, центральный на самом деле вопрос. Сам Гидалия, который пал жертвой этого заговора, если это был заговор, какую роль в самом деле он сыграл во всем, что здесь описывается? Позитивную или негативную? Потому что, с одной стороны, он вроде бы пытается как-то спасти то, что можно спасти. Да? Значит, вот остаток народа, который находится в Иудее, и он ему предлагает как-то обустраивать свою жизнь. Подобно тому, как пророк Ирмияу в своем письме вавилонским изгнанникам изгнания Иоахина тоже писал: обустраивайте свою жизнь и молитесь за Вавилон. Здесь не говорится молитесь за Вавилон, но говорится служите царю Вавилонскому, и будет вам хорошо. А, это как бы такая неясная формулировка. Вроде бы из намерения позитивные, а с другой стороны, очевидно, что он сотрудничает с оккупационной властью. Сегодня, как мы знаем, в Украине, например, таких людей судят. Значит, ничего больше из книги царей мы на самом деле не узнаем. Теперь мы обратимся к книге Ирмияу. А ты знаешь, Натан, ты не сделал меня коухостом, и я не могу сделать шерсквин. Да, сейчас полсекунды. Хорошо. Окей. Спасибо. Значит, гораздо более подробно все это рассказывается в книге Ирмияу. А что, собственно, рассказывается? Значит, я вам напомню, что в прошлый раз мы об этом говорили достаточно подробно. Согласно этой книге, Ирмияу был освобожден из-под стражи вавилонскими властями, после чего ему было предложено либо отправиться в Вавилон, по всей видимости, будучи привилегированным пленником, своего рода таким Иосифом Флавием в будущем. Значит, об этом мы еще будем говорить, о связях Флавия с Ирмияу. Вот. Либо присоединиться вот к этому самому Гидалии. Ирмияу убирает второй вариант и присоединяется к Гидалии.
сыну Ахикама, идет в этот город Мицпа. Понятно, что Мицпа избран в качестве такого центра для того, чтобы не было никаких поползновений восстанавливать Иерусалим. Да, значит, опять же, как явно в свое время, во времена разрушения второго храма, становится центром вместо разрушенного Иерусалима, так вот теперь Мицпа. Теперь, после того, что Ирмияу приходит к Гедалии сыну Ахикама, в книге Ирмияу рассказывается сначала более-менее та же история, что и в книге царей. Да, значит, о том, что все, да, я вот читаю сейчас 40-ю главу книги Ирмияу здесь перед вами на экране, тот, кто читает на иврите, это стих 7, да, значит, все солдаты, все люди услышали про назначение Гедалии, тут еще добавляются женщины и дети, и беднота, все, кто не были угнаны в Вавилон, и пришли к Гедалии. Среди них упоминаются два человека, Ишмаэль бен Натанья и Йоханан бен Кереах. Обе фигуры важны для дальнейшего повествования, мы увидим. Вот. И Гедалияу заклинает их. Да, здесь, видимо, глагол «лишава» – «заклинать» используется в переносном смысле, не в том дело, что он требует с них клятву. Хотя, может быть, и это и так. Но скорее как бы пытается убедить их. Не бойтесь служить вавилонянам. Живите в этой земле, служите царю вавилонскому, вам будет хорошо. Дальше как бы начинаются вещи, которых уже в книге царей нет. Вот я нахожусь в Мицпе, дабы предстоять перед вавилонянами, которые придут к вам. Вы же соберете вино и плоды, и летние плоды, и масло, и вы сможете жить в тех городах, которые вы можете попасть. А также выясняется, что Гедалия призвал и тех иудеев, которые успели бежать за границу. В Муаве, в Амоне, в Эдоме, да, в разных, на востоке, на юге. Дальше тут странная формулировка, которую я сейчас не буду ходить, ваши бехоля арацот, вот они слышат о том, что произошло, и приходят к Гедалии. И дальше рассказывается история, о которой нет ни слова в книге царей, то есть как бы подробности, о которых нет ни слова в книге царей. Вот тот самый Йоханан бен Кереах, один из пришедших к Гедалии, видимо, какой-то начальник, обращается к Гедалии и говорит: знаешь ли ты, что Баалис, царь Амона, послал Ишмаэля, сына Натания, убить тебя? Значит, в книге царей ничего не говорилось, что Ишмаэль бен Натания пытается убить Гедалию, как бы будучи нанятым чужим властителем. Да, в данном случае царем Амона. Значит, на самом деле нам ничего не известно о том, что каким-то образом аммонитяне в этот период времени пытались строить какие-то козни против вавилонян вообще, против вавилонского ставленника в Иудее в частности, и непонятно, кроме всего прочего, что-то им движет, что движет царем. Может быть, опять же, мы не знаем точно, что делается какая-то попытка рокировки, и царь Амона надеется на то, что если Ишмаэль бен Натанья станет в результате руководителем Иудеи, то потом можно будет уладить с вавилонянами это дело, а одновременно он будет как бы ставленником царя Амона. Но опять же, это все под знаком вопроса, потому что у нас нет никаких косвенных свидетельств, внешних свидетельств о такого рода деятельности царя Амона. При этом Гедалия
проявляет некоторую политическую недальновидность, можно сказать, наивность. Он не верит им. Он им не верит. Тогда Йоханан бен Керех предлагает Гедалии предпринять превентивный удар. Говорит, давай я пойду и убью Ишмаэля, сына Натании. Иначе погибнет весь остаток Иудеи, если мы это не сделаем. Гедалия, сын Ахикама, говорит ему так, не делай этого, потому что ты говоришь ложь об Ишмаэле. Да, значит, итак, расстановка сил такова, что Гедалия не верит, что против него плетется какой-то заговор, и обвиняет как раз человека, который пытается его защитить. После чего мы снова возвращаемся к повествованию книги Малахим, где говорится, что в седьмой месяц пришел Ишмаэль бен Натания. И надо полагать, что согласно по представлениям автора книги, редактора, автора книги Ирмияу, это действительно тот самый год разрушения, потому что у него это идет все неким единым нарративным блоком. Да, Ирмияу освобожден сразу же после разрушения Иерусалима, он сразу же приходит к Гедалии, и сразу же начинаются эти события. Значит, Ишмаэль бен Натания приходит к Гедалии, они пируют, и как часто бывает во время пира, заговор приводится в исполнение, Гедалию убивают, а также убивают и всех иудеев, которые вместе с ним, и вавилонский гарнизон. При этом рассказывается еще дополнительная странная история в книге Ирмияу, что приходят люди из Шхема, из Шило, из Шумрона, 80 человек, которые в трауре, и они несут некие приношения принести в храм Господень. Значит, это сразу вызывает несколько вопросов. Да? Они не знают о том, что храм разрушен. А если они знают о том, что храм разрушен, то почему тогда они несут эти приношения? Вроде бы они знают, потому что они держат траур. Может быть, они думают, что разрушен Иерусалим, но храм стоит. Или, возможно, что остался жертвенник, на котором можно принести приношение. Это все тоже как бы в области загадок. Но очевидно, что вся эта сцена здесь для того появляется, чтобы показать, что за субъект Ишмаэль бен Натания. Человек, алчущий крови, да, он подобно Игу, захватившего власть во время в Израиле, и прокладывавшего путь к власти через трупы, так вот и Ишмаэль тоже. Он вроде как плачет, идя из Мицпы к ним навстречу, а потом, когда он их встречает, то он их всех просто убивает. Убивает и бросает в колодец. И только 10 человек остаются в живых, просят Ишмаэля, не убивай нас, потому что у нас есть запасы пшеницы и ячменя, и масла и меда, которые мы припрятали. И Ишмаэль, дальше говорится, видимо, он их в самом деле не убил. А может, не знаю. Опять же, рассказ здесь обрывочен, фрагментарен. Он захватил людей, которые находились в Мицпе, остаток, в том числе дочерей царя, как тут сказано. И отправился в сторону ОМОНа. Йоханан бен Кереах, который то ли не находился во время этого пира вместе с Гедалией, то ли не смог тогда отразить нападение, отправляется в погоню за Ишмаэлем. И как раз у переправы через реку они их
догоняют. И когда народ видит это, то они радуются, те люди, которые захвачены в плен Ишмаэлем, а сам Ишмаэль убегает вместе с восемью своими сторонниками в страну Амон, после чего Йоханан бен Кереах собирает всех этих пленных, и они отправляются в сторону Египта. Поставим здесь точку. И попробуем все-таки ответить на те вопросы, которые мы поставили. Да, значит, ну, как я уже сказал, на первый вопрос ответить невозможно. Когда все-таки точно происходит? Это мы не знаем. Теперь второй вопрос и третий вопрос. Требует от нас какого-то сопоставления вот, этих фигур. Убийцы Ишмаэль бен Натанья, и его жертва Гедалия сына Хикама. Очевидно, что автор нашего рассказа, даже если он прямо этого не говорит, он намекает там, всеми доступными ему средствами на то, что последняя надежда на какое-то частичное восстановление Иудеи была похоронена из-за вот этой как сказать, из-за этого властолюбия, ревности Ишмаэля, сына Натании, о котором сказано, что он царского рода. Гедалия не царского рода. Значит, Гедалия, соответственно, воспринимается как фигура позитивная, которая пытается, как я уже говорил, спасти то, что возможно. Но при этом стоит все-таки задаться вопросом, так ли все здесь просто. Потому что можно, конечно, это как бы, представить в такой форме, что Ишмаэль бен Натанья считает себя вправе на власть в Иудее, в той форме, какая она существует, и поэтому он убивает Гедалию, считая его фигурой неподходящий. Значит, он себя выдвигает в центр. И поэтому в угоду своему эгоизму, своему властолюбию губит все. Но я как бы обращаю на ваш суд вторую возможность. Всегда следует такую вторую возможность рассмотреть. Не может ли быть такого, что Ишмаэль бен Натанья, опять же, мы исходим из того, что рассказ более или менее отражает исторические реалии, что Ишмаэль бен Натанья воспринимал Гедалию сына Ахикама как изменника, который согласился сотрудничать с оккупационными властями, с вавилонянами, и поэтому заслуживает смерти. Так же точно, как министры Циткияу, или может Циткияу, требовали умертвить пророка Ирмияу, потому что он призывал к капитуляции перед Вавилоном. Так же точно теперь Ишмаэль решает убить Гедалию, считая его виновным в измене. Мог или не мог Гедалия отказаться от сотрудничества с вавилонскими властями, мы не знаем. Наверное, мог. Наверное, мог. Но, тем не менее, выбрал такой путь. Во всяком случае, его, как бы, его решение принять вавилонскую власть и сотрудничать с ней, поскольку нет другого выхода, оно может быть оценено противоположными способами. Я, с одной стороны, хочу воздержаться от всякого рода аналогий, но, с другой стороны, смотрите, мы знаем о том, что, скажем, правительство Виши во Франции
было после Второй мировой войны осуждено. Теперь сами члены этого правительства, разумеется, полагали, что то решение, которое они принимают, сотрудничество с немцами, единственный возможный вариант спасения Франции. Значит, теперь все, получается, зависит от точки зрения. Кто-то видит в таких людях изменников, а кто-то спасителей. Ну и, конечно, это вопрос результата. Каков результат этой деятельности? Опять же, я не хочу проводить слишком прямых аналогий, но, во всяком случае, повторяю, то, что происходит здесь перед нами, решение Гидали и сына Ахикама сотрудничать с вавилонскими властями может быть воспринято крайне проблематично. Теперь я передам сейчас вам возможность отреагировать и с удовольствием послушаю реакции или вопросы на данном этапе. Можно мне, да? Мне кажется, это очень сильное, так сказать, буквально дихотомическое рассмотрение. Вот человек, он сотрудничает с оккупационными войсками, хорошо это или плохо? И ситуации безумно разные. В той ситуации вообще не было никакой силы, никакой группы, которая, вообще говоря, даже военная, которая могла противопоставить себя Вавилону или то, никакого сопротивления даже не было, как во Франции, не говоря уже о ситуации, так сказать, Матьяу, который во время войны это просто перешел на сторону врага. То есть каждая ситуация, она, собственно, совершенно другая. Какой вариант там был? Жить или не жить? Ну, то есть вопрос о том, кто стоит во главе и что он может, чем он может помочь народу в такой ситуации. Это зависит от его личности. Мы так и не знаем, чем он мог быть. Он довольно быстро, по-видимому, если так. Мы решили, это быстро произошло. Ничего просто не успел сделать. Кто он, хорошим был, плохим был, это вообще трудно сказать. То есть мне так кажется, что такая постановка вопроса, сравнение такие с сегодняшним днем, особенно в ситуации, когда идет война, между двумя государствами, кто-то сотрудничает с оккупантами, это совсем другая ситуация. Окей. Спасибо, Нахама. Еще кто-нибудь? Кто-нибудь еще? Да. У меня в данном случае есть вопрос. Во-первых, по поводу мотивации. Мотивация Шмаэля, то есть если у него, каков бы ни был замыслы, они совершенно даже не пытаются реализоваться. Угу. Совершенно. То есть после этого то, что происходит, то, что они сразу бегут, угу. Ну, скажем так, рационального объяснения этому нет. Исходя из того, что это все, так сказать, взять под воздействие, вот, или что вот он такой человек, у него такие вот были, даже не сказать, что, эмоции, или замыслы, или просто он вот такой, ну, это как-то очень странно. То, что постоянно подчеркивается, что он царского рода, вот здесь, может быть, есть какая-то отгадка в этом плане. То есть то, что вот, грубо говоря, кто считал, скажем так, что кому должны принадлежить эти территории, решил, скажем так, захватить их, uh-huh. решить, скажем так, убрать тех, кто мешал этому делать. Угу. Ну, это более-менее, может быть, в этом направлении имеет смысл вести расследование, потому что так, все очень, очень странно. Так, Алекс, я только единственное не понял, в чем конкретно ваш вопрос-то заключается.
Почему это было сделано? Почему Ишмаэль его убил? Да. Смотрите, опять же, как бы я предложил два полярных объяснения, которые, кстати говоря, не обязательно противоречат одно другому. Судя по всему, как бы с точки зрения самого рассказчика, хотя он этого прямо не говорит, ситуация такова, что Ишмаэль бен Нетанья убивает, потому что он хочет проложить себе дорогу к управлению Иудеей, что это ревность, зависть и так далее. Хотя, как вы справедливо замечаете, они сразу же бегут. Может быть, потому что как бы замысел изначально был уничтожить только Гидалию, а в результате получилось так, что они уничтожили весь Вавилонский гарнизон. Да, мы можем, конечно, как часто это бывает в библейских текстах, такая как бы лакуны, нарративные лакуны. Мы можем себе представить, например, что Вавилонский гарнизон попытался вмешаться в происходящее, стать на защиту Гидалии, и тогда в результате они тоже были уничтожены. А это уже ставило все мероприятие под удар, потому что понятно, что придет наказание, что вавилоняне как бы не оставят это без реакции, поэтому они бегут. Вот. Но с другой стороны, я повторяю, я как бы принимаю то, что говорит Нехама, и что каждая ситуация особая, и что невозможно все как бы сводить к какому-то одному варианту, одной, как бы по одной линейке мерить. Но можно представить себе ситуацию, при которой Ишмаэль действует, помимо прочего, исходя из тех же соображений, из каких действовали приближенные к Циткияу, требовавшие смертной казни для пророка Ирмияу, обвинявшие его в измене. Смотри, там тоже другая ситуация. Там ситуация, что существует царство, и тут кто-то ведет изменческие речи. Я могла бы согласиться с тобой вполне, что он такой пламенный патриот. Вроде революционеров, которые, так сказать, убивали царя, неизвестно зачем. То есть, надеясь на то, что все потом как-то само исправится. Да. Ну, или не знаю. Да. Можно, я могу себе такое представить. Но, так сказать, даже если мы будем, как так сказать, представлять его как человека, так сказать, праведного даже, или просто пламенного патриота, тем не менее результат, мне кажется, он по всем параметрам неудачный. Это вне всякого сомнения. Извиняюсь, может, это вопрос. Да. Опять-таки, смотреть исключительно с его точки зрения, да, он ничего не сделал, чтобы, вообще говоря, чтобы как-то реализовать свои какие бы то ни было планы. Ну, опять же. Убийство, ничего не было сделано, абсолютно. Ну, я понял, Алекс, поэтому я и говорю, что возможно, да, мы можем только предполагать, что у него, возможно, планы-то изначально были другие, да, и в его планы, может быть, и не входило уничтожение Вавилонского гарнизона, потому что он действительно хотел как бы тихо расправиться с Гидалией и занять его место. Мы не знаем. Я просто хотел сказать, что здесь, как и во многих других случаях, возможно, как бы альтернативная точка зрения. Да, альтернативная точка зрения на Гидалию, в частности, не только на Ишмаэля, но и на Гидалию, и на его роль. Да, понятно, что наш текст его всячески поддерживает, представляет его человеком искренним и радеющим за судьбу иудеи. Более того, не готовым поверить то, что в такой кризисной ситуации кто-то может плести против него заговор, когда надо думать не о своих личных корыстных интересах, а о спасении страны. Да, и тот факт, что автор наш подчеркивает, что к нему присоединился пророк Ирмияу, это, значит, дополнительный аргумент в пользу того, что Гидалия – это фигура, очевидно, позитивная. Но, опять же, если мы как бы отвлекаемся от на минутку отходим от этой точки зрения, мы можем представить себе, что Гидалия, сын Ахикама, занявший этот пост, мог быть воспринят частью общества, по крайней мере, некоторыми его представителями,
как человек, который в годину бедствий согласился сотрудничать с врагом. А? Значит, можно это понять таким образом. Во всяком случае, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что традиция, более поздняя, романтическая традиция, она в этом смысле идет, конечно, по следам нашего текста, и пост, который назначается в памяти о гибели Гедалии 3-го Тишрея, это как бы некоторая тоже знаменательная веха, и надо понимать, что ну, не все, возможно, с таким подходом были и согласны, но в целом как бы раввинистическая традиция за редкими исключениями отражает попытку залезать раны после трех неудачных восстаний. Восстание против Рима, в результате которого был разрушен Иерусалим, восстание диаспор во времена императора Траяна, восстание Паркокбы во времена императора Адриана. Вот. И делается попытка найти какой-то путь, когда можно спасти хоть что-то. Спасти хоть что-то и принять тот факт, что есть вот эти оккупационные власти, с которыми надо сотрудничать, ничего сделать нельзя. И надо пытаться спасти то, что можно. Не зря одним из таких важных, знаковых героев раввинистической традиции является знаменитый Рабан Йоханан бен Закай, который в чем-то похож как на Гедалию, так и на Ирмияу. О его сходстве с Ирмияу мы будем говорить в дальнейшем. А что касается сходства Гедалии, это бросается в глаза, потому что Рабан Йоханан бен Закай отправляется тоже в некий провинциальный город, явно, и там как бы воссоздает заново, пытается как бы восстановить и спасти то, что можно спасти, воссоздает как бы создает новую постхрамовую жизнь. Вот. И в Талмуде, кстати говоря, объясняется его поведение тем, что он считал, что такое понятие, как маленькое спасение, ацалапурта, это тоже успех. Значит, как бы не следует этим пренебрегать. Да? Хотя, опять-таки, поведение Рабана Йоханана бен Закая может быть воспринято как проблематичное. И любопытно, что в том же рассказе талмудическом он подвергается критике. Подвергается критике, например, знаменитым Раби Акивой, который, как известно, был гораздо более милитантски настроен. Жил во времена восстания Бар-Кохбы, и он как бы от его имени звучит упрек в адрес Рабана Йоханана бен Закая, что он должен был просить, если уж просить у римлян что-то, то просить спасения Иерусалима, а вовсе не какие-то, так сказать, мелочи на задворках. Вот, так что я думаю, что в конечном счете такая канонизация образа Гедалии сына Ахикама, она вполне укладывается в представление раввинистической традиции, главным образом, конечно, видимо, сформированной, или, по крайней мере, начавшей формироваться во времена Раби Иуды Анаси, редактора Мишны, который как бы политически ставил все на сотрудничество с римской властью. Вот. Значит, поэтому, как бы подытоживая в данном этапе наш разговор, нет однозначного ответа. Да? Значит, как бы в случае Гедалии сына Ахикама можно судить так и наоборот совершенно. И да, конечный результат, так как он здесь описан, он скорее
звучит как обвинительный акт Ишмаэлю сыну Натании и оправдание Гидалии сына Ахикама. Понятно, что автор, редактор хочет сказать, что это была совершенно бессмысленная, безнадежная затея, что невозможно было уже изменить ход истории, и попытка как-то сопротивляться вавилонской власти привела в результате к катастрофе. Но это еще больше усилится в двух следующих главах, у которых нет... На вопрос, пока мы перейдем к следующим главам. Да. У меня такой вопрос, собственно, мне не очень ясно, потому что я пропустил. Да. Как и в данном случае или вообще принималось решение? То есть кроме пророка и царя, допустим, который принимает решение, есть какой-то совет, есть какие-то военные, так сказать, вот такой вот форум, я не знаю, как это назвать, вот, который решает, что в данном случае, так сказать, как оценить обстановку объективно, то есть не как пророк, а то, что он получает, сказать, свое, как бы, да, от Всевышнего, вот, а вот да. Есть какие-то объективные попытки, военный совет вместе с царем как-то оценить обстановку, решить, что делать, или это только вот он в данном случае с Гидалией, это было решение кого? Чисто пророка? Пророк выдвинул его Гидалию? Нет, никто здесь такого не говорит. Этого даже не говорит библейский текст. Библейский текст не говорит, что пророк Ирмияу выдвигал Гидалию. Библейский текст говорит, что он был назначен вавилонскими властями. Почему именно он? Да, вот именно. Трудно сказать. Можно только предположить, опять-таки, что, видимо, если действительно была близость между семьей Шафанидов и Ирмияу, то они в этом смысле были, возможно, едины во мнении о том, что сопротивление Вавилону бесполезно и что нужно принять вавилонскую власть. Поэтому, может быть, да, текст нам не сообщает, по каким именно причинам Гидалия сын Ахикама был выбран на эту должность. Но, возможно, как бы благодаря вот этим провавилонским настроениям. Вот. А никакого совета здесь нет. Никакого совета нет. Это решение, волюнтарное решение вавилонян поставить какого-то местного человека, который бы следил за порядком. Наверное, не случайно же он выбрал. Он, наверное, они как-то проявляли лояльность к... То, о чем я говорю? Видимо, да. То есть это как бы, ну, когда понятно психологически, так сказать, действие этого Ишмаэля, то есть кто-то выдвинулся и все, и с ним никто не советовался, и никто его не спрашивал, а вот какая-то, значит, определенная во главе с пророком, допустим, группа, которая решила, что бесполезно сопротивляться. И это получилось как бы такое вот покушение как бы на его царственные как бы права. Да? То есть, возможно. Там, с ним никто не посоветовался, и не все. Они могли в конце концов пойти и сказать ему вот так и так, сопротивление бесполезно, иди ты, будешь наместником. Знаете, они использовали это выдвинуть. Так что тут действительно сложная проблема, как бы и личная, то есть вот, и кроме этой ситуации, да, то есть да. Какой-то она имеет, да, под собой основу, почему он сорвался, так сказать, с цепи этот Ишмаэль, да, то есть в своей, так сказать, да. месте. Да, очень... сложная ситуация. Вот мы сейчас увидим, это то, что мы еще успеем сделать. В последующих двух главах книги Ирмияу описывается как бы некое продолжение того, о чем мы говорим, того, чего в книге царей нет, да, что вот эти люди, которые бежали уже после того, как Йоханан бен Кереах освободил их от Ишмаэля, сына Натании, который в свою очередь бежал к каманитянам. Дальше как бы рассказ... он имеет совершенно другой характер. Да? Если в предыдущем рассказе он был... Предыдущий рассказ являлся детализацией того, что есть в книге царей. И пророк, по сути дела, не играл там никакой роли. А вот следующий рассказ ставит пророка в центр. Эти люди приходят к Ирмияу и просят его
вопросить у Бога, что им делать дальше. И обещают, что любой ответ, который получат, они его исполнят. На что Ирмия уговорит им: я слышал, услышал вас, сейчас я помолюсь Господу Богу вашему, и все, что ответит мне Господь, я скажу вам. И они клянутся и говорят, что Бог будет свидетелем между ними, что они все исполнят. Это несколько раз повторяется. Все, что скажет Бог, мы сделаем. Кеннасе. Хорошо или плохо, но мы будем слушать. Нишма бы коль Адунай Элогейну. Заметьте, что два глагола, которые здесь постоянно используются, это шамовое асо. Послушать и сделать. 10 дней длится интермедия, после чего Ирмияу получает ответ от Бога. Ответ такой, и этот ответ передается народу. Ответ такой: Господь говорит вам, если вы вернетесь в Иудею, то тогда я отстрою вас и не разрушу. Я вас насажу и не вырву, ибо я жалею о том зле, которое я сделал вам. Да, это такие, сама терминология, очень напоминающая ту, которая используется в книге Ирмияу по поводу пророка. Не бойтесь царя Вавилона, не бойтесь, ибо я вас спасу от его руки, я вас пожалею. А если вы скажете, что мы не вернемся, не послушаемся голоса Господа Бога вашего, и скажете: нет, мы пойдем в Египет, ибо там не будет войны, и мы не будем голодать, то тогда послушайте, что я вам скажу. Меч, которого вы боитесь, достигнет вас и в Египте. Голод, которого вы опасаетесь, найдет вас и там, в Египте, и там вы умрете. Все умрут, те, кто пойдут в Египет. Весь этот текст, я уже на это сейчас внимание не обращаю, но весь этот текст насыщен такой явной дифтерономистической терминологией, повторяющейся. Но смысл нам понятен. Да? Значит, смысл понятен, что высказывается требование ни в коем случае не идти в Египет. Ответ, который слышит Ирмияу от народа, такой. Они обращаются и говорят: ты лжешь. Господь не посылал тебя сказать: не спускайтесь в Египет. Это Барух бен Нерия, тот самый писец Ирмияу, который неожиданно появляется здесь, подстрекает тебя против нас, чтобы отдать нас в руки вавилонян и увести нас в Вавилон. И не послушались они пророка и взяли всех с собой людей, в том числе пророка Ирмияу и Баруха сына Нерия, и спустились в Египет. Я хотел бы подойти к этому тексту на этот раз с чисто литературной стороны. Вам не напоминает вся эта ситуация что-то хорошо нам знакомое из Торы? Говорю, напоминает, когда разведчики, да, что-то такое. Вот, в том числе и разведчики, да. То есть я как бы на что здесь хочу обратить ваше внимание. Роль, которую играет здесь Ирмияу, она, несомненно, как бы роль второго Моше. Да? Он общается с Богом и передает слова Бога народу.
Теперь я не зря обратил ваше внимание на количественное, на такое явно назойливое использование глаголов «асовы шамо», да, «насэвы нишма», потому что это те как раз глаголы, которые используются в книге Шмот, в Торе, в отношении народа, стоящего на Синае. А если говорить о разведчиках, то разведчики, как правильно Эмиль их вспомнил, что, собственно говоря, они требуют? Они требуют, это, правда, не первое такое требование, но там оно настойчиво повторяется, спуститься в Египет, уйти обратно в Египет. Да, то, что воспринимается как поношение святыни, это постоянный такой как бы постоянный, ну, не рефрен, а как бы постоянный лейтмотив в Торе, попытка народа, освобожденного из египетского рабства, вернуться в это рабство, то, что делать ни в коем случае нельзя и не следует. И в случае с разведчиками, как мы помним, это намерение не было реализовано. В результате народ не возвращается в Египет, несмотря на то, что разведчики пытаются склонить к этому. Здесь же происходит нечто, как бы так сказать, такой финальный аккорд истории иудеи, угрожающий и ужасающий. Народ не слушает голоса пророка, который говорит им слова, подобные тем, которые когда-то говорил народу Моше, и реализуют то, что во времена Моше только лишь планировалось, но не реализовывалось. А здесь это реализуется. Народ уходит в Египет. И более того, насильственно ведет туда и самого пророка. Мы не знаем, почему в этой связи здесь в тексте, это как бы тоже лакуна необъяснимая, почему они говорят, что Барух, сын Нерии, подстрекает тебя против нас, что за этим стоит, как бы недостаточно материала. Но, опять же, с точки зрения типологической, очевидно, что наш автор хочет сказать, что здесь как бы происходит некая трагедия, ибо замыкается круг. В свое время Моше вывел Израиль из Египта, что привело к созданию еврейской государственности, а в конечном итоге, а теперь во времена Ирмияу народ не желает слушать слова Бога, которые передает ему пророк, и отправляется в Египет. Вполне возможно, как некоторые исследователи полагают, что здесь есть критика, против, направленная на общину, еврейскую общину, находившуюся в Египте. Мы знаем, что в Египте во времена второго храма были евреи, в том числе, например, община, военный гарнизон в Элефантине, в Еве. Вот, когда именно эта как бы община еврейская или еврейские общины в Египте стали появляться, мы точно не знаем, потому что у нас есть сегодня только из персидской эпохи. Но возможно, что действительно первые беженцы пришли после разрушения Иудеи и Иерусалима. Вполне возможно. В следующей 44 главе, которую я здесь не привел, приводится спор между пророком Ирмияу, и он там уже находится в Египте, приводится спор между пророком Ирмияу и еврейскими жителями египетской диаспоры, и он обвиняет их там в том, что они служат Царицы Небесные, да, значит, как бы оставили Бога Израиля, и они пререкаются с ним и упрямо говорят: да,
пока мы служим ей, у нас есть какая-то надежда на благо. А когда вот мы служили Богу Израиля, чем это в результате закончилось? Тем, что он нас поразил. И Ирмияу обвиняет их в измене. Опять же, вся эта глава чрезвычайно напоминает историю, описанную в Торе, золотым тельцом. То есть ясно, что редактор книги Ирмияу сознательно создает всю эту картину как такой ремейк печальный того, что происходило на заре еврейской истории. И опять же, мы не знаем, в какой мере, скажем, то, что здесь описано, имеет под собой реальную историческую основу, потому что на самом деле нам ничего не известно о судьбе пророка Ирмияу после разрушения Иерусалима, исходя из библейских текстов. Это только единственное, что есть здесь, да, вот то, что мы сейчас прочли. Хотя, как мы увидим в следующий раз, есть немало вне библейских источников, которые исключительно интересуются судьбой пророка Ирмияу и что с ним произошло после того, что он оказался в Египте. Вот, во всяком случае, вот эта история, так как она здесь описана, она, в общем, действительно такой последний трагический аккорд, который мог бы быть предотвращен с точки зрения автора, если бы Гедалия, сын Ахикама, оставался на своем посту и продолжал бы управлять Иудеей от имени Вавилонян. И надо полагать, что, опять же, я провожу аналогию с раввинистической традицией, так, видимо, они и воспринимали это, что вот во времена разрушения второго храма Рабан Йоханан бен Закай не был убит, то, что он начал, было продолжено, и несмотря на то, что время от времени это сбивалось, и были восстания против Рима, удалось все-таки сохранить достаточно долгое время какую-то преемственность внутри страны Израиль. То, чего нет здесь. Да, здесь такое ощущение, что все, страна Израиля теперь опустела. Исторически это не так. Мы знаем, что люди оставались на территории Иудеи после разрушения Иерусалима и храма. Но здесь автор явно стремится представить ситуацию таким образом, что все, это последний аккорд, больше в Иудее не осталось никого, и это вплоть до возвращения из Вавилона персидского плена. Причем при этом надо иметь в виду, что он задним числом таким образом показывает, что те, кто в Египте, не имеют права на то, чтобы считать себя частью будущего наследия. Только те, кто в Вавилоне, имеют на это право. То есть очевидно, что у автора, редактора этих текстов полувавилонская ориентация. И он, по всей видимости, так предполагается, что эти тексты, видимо, создавались, начали формироваться среди вавилонских изгнанников, как раз вот после ухода в Вавилон. Но здесь я поставлю точку и, опять же, вопросы, замечания. Вопрос на самом деле в отношении Вавилона. Все-таки, если мы предполагаем, что это время было написание сразу после Ирмияу, нам же очень мало известно про египетскую общину, которая существовала до основания. Да. Я не уверен в том, что это произошло сразу же после Ирмияу. Смотрите,
изгнание было довольно недолгим. Да, хотя, ну, опять же, мы будем говорить в следующий раз про типологическую цифру 70 лет, хотя реально оно было меньше 70, да, если считать с 586 года и до 538, то, как мы понимаем, здесь значительно меньше времени, чем 70 лет. Теперь тексты эти, возможно, начали формироваться в этот промежуток времени. Значит, окончательное их формирование могло быть и более поздним, вполне возможно, уже в эпоху персидскую. Вот. В всяком случае, я с самого начала сказал, что нам неизвестно точно, когда возникают вот эти первые еврейские общины в Египте. И, значит, нам точно известно об их существовании в персидскую эпоху. Вот, но что касается непосредственно предшествующего времени, то возможно, что уже какие-то люди действительно просачивались, и группы какие-то просачивались. И то, что описано в нашем тексте, это как бы отражает более или менее реальное положение дел. Есть ли еще вопросы, замечания? Ну хорошо, если вопросов пока больше нет, то сегодня поставим точку тогда. Натан? Спасибо. Да, все, я с вами. Спасибо. Спасибо. Окей, замечательно, ребята. Все, всем спасибо. Всем спасибо. Пока. Спасибо. Пока.